Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем G22Y, ну или просто G22, и как читается ник этот, я хуй знает, ну короче, гей, ладно, не гей, ну вы поняли. Трек Samsung Lovexy G22, в общем, это очень интересный чел, потому что мы его уже слушали с вами, и трек был очень необычный, мягко скажем, с уникальным стилем. Вы поняли. Вот, и мы его уже как бы слушали. Я сказал, что, возможно, это такая подача. Возможно, ее стоит развивать. Но мне вот такая хуйня вообще непонятна. Чем этот бро решил нас удивить сегодня, заказав VIP-реакцию, за что ему огромное спасибо. Спасибо, бро, большое за поддержку. Сейчас посмотрим, чем он нас решил удивить. Будет ли это та же подача, будет ли это что-то новое, проба себя где-то или что, или это вся та же тематика первого трека. Сейчас узнаем. Если вы тоже хотите меня поддержать и заказать какую-нибудь реакцию, то ссылочка в описании на Twitch. Обязательно подписывайтесь. Там есть донаталер, все внимательно читайте, донатите. Ищите себя в Телеграме. Если доните випку, то сразу на Ютубе. В общем, я думаю, вы шарите. Про Boosty и Discord тоже не забываем. На Boosty тем более вышел To Hollis. Вот, крутой очень альбом, советую. Вот. Но мы начинаем. На продакшене у нас Glory Case. Это битка Glory Case с героина слезь. И Perk Soldier. Perk Soldier мне сказал Ezra Level, что знает его. Окей. Вот. Слушаем. Что это такое? Что это за стиль? Снова не выкупает дед. Что-то интересное в работе по биту. На Самсунге все твои фото, я снова жду тебя у дома. Те дни, да, мне было плохо, да, те дни мне было боль. Она красивая, как кровь на снегу, парень думал, что не просто друг. Лежит в постели, а словно труп. Просто знаю, я ее заберу. Бит под кода, пиздец. Чтобы не счастье, это не отрава. Что сказали подруги, бы это неправда. Как что на Мэлли, да у меня трав. Хочешь быть первым, тебе бы мешаем. Да и по флоу, кстати, неплохо для кода. Вот только с другим стилем. Я снова жду тебя у дома. Те дни, да, мне было плохо. Да, в те дни мне было боль. Она красивая, как кровь на снегу. Парень думал, что не просто друг. Лежит в постели, да, словно друг. Неопытный код с другой обработкой. Просто знаю, я ее заберу. С да гораздо более худшей харизмой. Просто знаю, я ее заберу. Просто знаю, я ее изменю. Ну это точно не для площадок. Да, 100%. Ну, это лучше предыдущего трека. У этого есть какой-то вайбик. Бля, ну можно попробовать такой стиль развивать? Я говорю, вот сейчас, в наше время, в наше время такое любят. Так что, я думаю, реально можно пробовать. Я не фанат такого. Я не шарю, я долбоеб, я дед, вы знаете. Вот, слушайте скапа с суперкачественной электронщины. Добро пожаловать на канал Afan of Music, нахуй. Да, это мы, блядь. Вот. Мне не совсем понятен этот стиль, но я слышу здесь кода, причем менее харизматичного, в другой обработке, но по флоу, и по флоу это код, и по биту это тоже код, я хуй знает. Типа, я думаю, если бы он залетел, было бы разъеб, как будто он бы выебал этот бит. Но, да тут даже говори кейс, блять, ну о чем речь, да, который типа... подобные биты и делает в целом. Вот коду, то ну, продил Аквакею. У Аквакея, кстати, альбик выходит, и мы его слушать, скорее всего, будем. Угу. Бля, мне голова заболела, мне это не очень нравится. Вообще не нравится, точнее. Вот. Так что, хз, бро, пробуй, пытайся, не мое, для меня тебе не хватает харизмы, вот лично по моему мнению. Можно попробовать даже какое-то время побайтить кода, возможно, чтобы что-то свое открыть, потому что, да, ты открыл что-то свое, относительно, опять же, да, хотя это вроде бы тупо SoundCloud,
но не сказать, что это пиздато звучит. В общем, нужно что-то делать с собой, с творчеством, как-то его развивать, пробовать, возможно, еще какие-то вещи. Задатки в тебе есть, по-любому есть. Нужно пытаться работать. После первого трека я сначала нихуя не понял, но сейчас хотя бы более какая-то понятная ситуация проясняется, короче. Даже для СК Музона это не очень. Но я говорю, что задатки в любом случае есть. Я думаю, стоит попытаться что-то еще для себя открыть. Окей. Спасибо в любом случае. Не знаю, стоит ли мне донатить еще, потому что я не фанат такого звука, я тебе вряд ли что-то отдельное скажу, и ты вряд ли получишь от этого какие-то пиздатые эмоции. Но если вдруг ты посчитаешь, что ты сделал какой-то охуенный трек, который наконец-то мне зайдет, то окей, мы тебя ждем. А так, спасибо за поддержку. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord. Хз, три трека у него на СК по 12 прослушиваний. Нахуя он вообще площадки дропает? Хз. Да. Вот. Вы были на канале Fun Music. Да, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.